Привет, мои подписчики! Как мы уплыли, вторая часть. Ссылка на первую часть и трейлер будет в описании. Усаживайтесь поудобнее. Вторая часть, как мы уплыли. Пора отчаливать по Волге реке. Уже что ли? А я не выспался. Ничего, Максик, в корабле поспишь. В корабле там будет удобная кроватка и все, что нужно на жизни в ней. И ты как раз можешь отдохнуть, и там как раз тоже есть такой коврик для обуви, который стоит у них в коридоре возле входа в корабль. Наверняка ты на нем тоже будешь отдохнуть. Ура, тогда я буду дальше спать. Нет, ты не засыпай. Ну, если я засну, ты меня на ручках донесешь в корабль. Еще чего? Ну, Алина. Хорошо, хорошо, я пошутила. Как же я забуду про своего любимого котика? Конечно, никогда. Обязательно тебя занесу. Но это, конечно, если ты не проснешься. А если проснешься, ты сам лапками пойдешь. Ладно. Пора отчаливать. Ура! Идем, голубика. Теперь возьму на руки. Сейчас донесу тебя. Вот ты пока вот сюда сядь и подожди. Залази. Хорошо. А где он? Вон там. Вот подписчики. Я зашла вот сюда. Мы уже тут на палубе. Мы уже тут в корабле. Тут вода. Ой, шатается. Уф, подписчики, чуть не упала. На воде стоим. Не буду ходить. А то вдруг качнется. Голубика, заходи. Сейчас я тебя возьму. Донесу тебя. Вот, все, ты тут. Садись пока на диванчик. Ну вот, Максика я тоже занесла в корабль, как я и говорила. Тут точно такой же коврик. И он уже успел там удобно улечься и лежит тут тоже на корабле. Он тогда, Максик, шевелится и устраивается поудобнее, и кораблик начинает шататься. Корабль начинает шататься, вроде бы все в корабле. Ой, единорожка. Я здесь тоже в корабле. Хорошо, все в сборе. И отчаливаем. Вот подписчики, мы под водой. Шучу, мы не под водой. Я на корабле сижу. Просто я опустила телефон под воду и показываю, какая тут синяя водичка. Ой, как темно. Мы куда-то заплыли в темную глубь. Вроде бы посветлее стало. Ух, подписчики. О, какие воды. Какие воды. Рыбки рядом плавают, смотрите. Это треска. Какие рыбки. Изумительные рыбки. Кит гренландский, красота. Ой, какие рыбки тут прикольненькие плавают под водой. Подписчики, тут рыбки плавают под водой. Какие красивые. Прелесть, какие рыбки. Вот эти, походу, дело палочка. Синий и розовый. Синий что-то хромает. Ах, какая красота. Сотой. Ух, вода лазурная. Какая вода? А это сом. Второй сом. Какое-то растение подводное. Это водоросли. Представляете, подписчики? Настоящие водоросли. Вон какие рыбки. Плавают. Красота. Изумительно. Вау, подписчики, мы заплыли в какую-то глубь, там, где рыбок почти не видно. Мы на самом деле плывем на корабле, я вам просто показываю, как там под водой. Ой, как темно. Вообще черно стало. Ой, короче, подписчики, Алине телефон, короче, намочился. В ближайшее время снимать не будем. Максик, он не намочился. А как ты тогда под воду телефон опускала? Есть специальные такие чехлы.
Водонепроницаемые. А, понятно. А, потискай меня. Пожалуйста. Тискаю. Моего любименького Масюка. Ой, перестань. Ах. Секретик. Пока не снимай, я почешуся. Хорошо, не буду снимать. Подписчики, не смотрите. Минка неона, неоновый свет. Закат от заката, и больше лучше нет. Алина, выключи пока радио. Не хочется музыку про неон слушать. Хорошо, а мне нравится. Кому-то нравится, кому-то нет. Выключи, я спать хочу. Тогда радио в другое место отнесу. Хорошо. Неоновые луки, неоновые звуки. Просто движись сильнее, и будет просто класс. Крутой анси из зажигай. Зажигай. Мина спокойно котята играют. С полки на полку они все тут скачут. Закрывай глаза за мной, надевай. Надевай, просто закрывай. И будет просто красота. Вау, вау, вау. Просто сегодня в моде. Что было пальц? Слушай музыку быстрее. Будет веселее. На глобусе много миров и всех знаний. Я бана. Тишу бана. 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 Я бан. Бан. Тишу. Тишу. Банан. Банан. Я бана. Я банан. Банан. Тишу. Бан. Тишу. Банан. Банан. Мася. 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 Кай. Ну вот, я встал. Можешь включать музыку? Я уже наслушалась. Ой, жалко. Я так хотел потанцевать. Тогда я тебе сам спою. Мася, 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 кай. Наконец-то ты сцену перестал бояться. Ого, музон, круто. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Какая веселая музыка у меня в наушниках. Прямо сияют, прямо сверкают. О-о-о-о. Включай пупет. Э-э, омлет. Голубика. Голубика, выключай свои наушники. Выключай. А? А? Что? Голубика. Сейчас Максик нам песенки поет. Мася, 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 кай. Глаз твой сияет, посияй. А, ну это неинтересно. А вот у меня в наушниках такой музон. Знаменитых поп. Звезд! Я лучше там послушаю. Вот. В наушниках самое то. Лучше там послушаю. В наушниках самое то. Просто четвертинки потанцуй. Пой как красоты и играй. И просто музычка сияй. И просто совершенство. Ай-яй-яй. О-о-о. Конец второй части.